Меня зовут Алферов Даниил. Я выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. Закончил училище зимой 2018 года, ранний выпуск. После окончания училища я попал по распределению в войсковую часть Республики Дагестан, после чего я уволился из армии ввиду того, что окончательно для себя решил закончить службу в армии в связи находящимся в армии бардаком, несправедливым отношением к офицерам, особенно младшего состава, переработками, невыплатами и так далее. Мое увольнение прошло не гладко, потому что на тот момент даже без войны осуществлялась такая, скажем, политика удержания офицеров, потому что была кадровая голодовка, не говоря уже о солдатах и прапорщиках и сержантов. После чего мое увольнение было нелегким. Меня 20 раз арестовала военная полиция. На меня открывали уголовное дело, после чего мне пришлось прибегнуть к помощи военных юристов. Я без особых потерь уволился из армии. На протяжении этого времени я пытался открыть для себя новые горизонты, учился на радиоведущего и дальше хотел стать переводчиком, чтобы иметь возможность путешествовать по странам и также переехать в какую-нибудь страну, которая мне придется по душе. После чего началась полномасштабная война в Украине. Я был категорически против. Я не понимал, почему она вообще началась и так далее. Я о начале войны узнал через масс-медиа TikTok. Для меня это был полный шок. Я знал, что Украина никогда не была врагом. Пропаганду я с момента увольнения армии не смотрел и не слушал. После чего я, как военнообязанный, не мог уехать из страны, потому что во время прохождения службы в Дагестане я там проводил КТО, это контртеррористическая операция, по которой после увольнения из армии я 2 года не мог выезжать из страны. После начала войны и когда была мобилизация, я старался выехать из страны какими-то окольными путями, но у меня не получилось. Также у меня были проблемы в семье касательно того, что у моей матери было больное сердце, и я не мог ее оставить. С начала масштабной войны и до мобилизации я оставался на территории России, и когда началась мобилизация, мне удалось ее избежать, после чего спустя некоторое время, в 23-м году, зимой, меня вызвали на допрос в военкомат. Причем была такая документ, вернее, такая была справка, документ, которая... Если бы я не явился в военкомат, за мной бы уже приехала военная полиция, но этот документ относился к срочникам, и для того, чтобы не было неразберихи, я решил сам прийти и разобраться в этом вопросе. После чего меня встретил военный комиссар по городу Щелково и особист из ФСБ, где меня, мягко выражаясь, заставили подписать контракт с Министерством обороны. И это случилось 5 июня, и меня отправили уже дальше по этапам подготовки через Россию и Крым на территорию Украины, уже непосредственно на участок фронта ведения боевых действий. После того, когда я подписал контракт, буквально через 1,5 недели со мной на связь вышли сотрудники со стороны Украины и предложили мне сотрудничество. Поскольку я не хотел ни воевать, ни убивать, я был против войны изначально, потому что развязанная Путиным война несправедливая ни в каком русле. Я считаю Путина убийцей. Он лишил крова 1000 украинцев, за что мне бесконечно жаль украинский народ. Я считаю это несправедливо. Столько смертей и горя по причине того, что у нашего царя возникло безумие, это, ну, не описать, насколько несправедливо словами. И мне предложили сотрудничество. Я согласился,
И по мере выдвижения к линии фронта я сотрудничал, отправлял какую-то информацию, подтверждающие фотографии и так далее. Все, что помогло бы собрать оперативно-тактическую информацию о передвижении войск и так далее. После чего я прибыл уже на позицию в первых числах августа, где получается херсонское направление. Там был относительно, наверное, других направлений тихо, за исключением того, что там есть такие места, называемые острова. Там был кромешный ад, потому что мы не были непосредственно в соприкосновении с ВСУ, то есть у нас не было стрелкового боя и столкновений с, ну, на тот момент с противником, но потери были велики, как 300, так и 200, потому что с нашей стороны артиллерия не работала, координации, взаимоотношения, то есть управление и взаимосвязь с подразделениями полностью отсутствовала. У Украины именно было преимущество по артиллерии, потому что она работала прицельно, и очень много снарядов было по сравнению с нашими артиллеристами. Также преимущество в дронах было большое. Вот дроны очень сильно решали преимущество, ну, точнее, имели большое преимущество над нами. Изначально мы выдвигались на острова на лодках, но все лодки были уничтожены, и после чего мы передвигались уже непосредственно вброд, через болото и так далее, что не свойственно для выполнения боевых задач в той местности. Именно пехоте, потому что я являлся командиром мотострелкового взвода. И когда также наше подразделение управлялось по принципу штурмовых отрядов, которые составлялись из зэков, потому что я как офицер на позициях ощущал себя сержантом, потому что от меня моя задача лишь была назначить людей на эти острова, где по итогу они либо вернутся 300-ми, либо не вернутся, потому что погибнут. Это было очень тяжело в плане и морально-психологического состояния, после чего как бы чем больше появлялось 300-х, тем морально-психологическое состояние бойцов российской армии ухудшалось. Были отказники, так называемые 500-е, и были те, кто собирались дезертировать. В общем, начинался хаос. И для того, чтобы наводить порядок, командир батальона, который также не представился, я только знал его в лицо, не знал ни имени, ни фамилии, он еще до начала наших боевых действий именно на территории Украины уже непосредственно создал так называемый отряд, мы его называли «Свитой». Это люди, преимущественно воевавшие уже на каких-то других направлениях, и зэки. Они занимались карательными операциями, то есть они вылавливали недовольных, закидывали их в ямы, привязывали к деревьям и так далее. Командир соседнего взвода, старший лейтенант, он также попал под эту историю, но с ним обошлись жестче, потому что он как командир не выполнил свои какие-то обязанности, которые от него требовали. Его на четверо суток привязали к дереву, и он ходил под себя в туалет, был избит. И когда он вернулся уже на позиции, он был морально уничтожен. От его прошлого «я» ничего не осталось. Он как зомбированно говорил, что нам нужно идти на эти проклятые острова. Если мы пойдем на острова, то все будет хорошо. Ну, то есть, в целом, он как человек был уже уничтожен. И поскольку в моем взводе не было исключений, что были отказники, добрались и до меня. Но со мной обошлись чуть помягче. Меня перевязали на сутки к дереву, руки за спину, стяжками перетянули руку, точнее, кисти рук. Избили, морально меня уничтожили. Мне повезло, что я всего сутки там пробыл. Если бы я пробыл больше, я бы, наверное, тоже морально меня бы сломили. А касательно солдат, с ними обходились проще, их просто закидывали в ямы, через пятеро суток возвращали, они также были морально убиты. Плюс ко всему, мне обещали, что меня проведут по позициям, чтобы другие офицеры меня уничтожили. Хотели меня дискредитировать тем, что
Меня хотели обколоть морфином, сказать, что я наркоман, обещали отвезти в военную полицию, где меня изнасилуют неизвестно каким способом. Но единственное, что меня спасло, поскольку я единственный был кадровый офицер, который понимал хоть что-то в тактике, наверное, или еще что-то. Плюс за меня кто-то там сказал слово. Но в целом меня спасло чудо, и меня продержали всего сутки и отправили обратно на позиции с целью того, чтобы дальше отправиться на эти проклятые острова. После чего, точнее перед этим, я понимаю ситуацию. Со мной так уже позже связались сотрудники со стороны Украины и предложили, ну потому что они понимали, в какой ситуации нахожусь, мы же поддерживали связь, и там уже была налажена у нас оперативная работа, скажем. Они мне предложили, тем, кто согласится, отправлять военнослужащих, именно уже бойцов, я имею в виду, на сдаться в плен, что у них будут гарантии и так далее по программе «Хочу жить». Я сначала очень долго рассуждал насчет этого. И вот до того, как меня на ночь привязали к дереву, мне удалось вывести 3 группы в общей сложности 11 человек. Конкретные места и время, даты я не буду называть, потому что это оперативная работа. Но в целом мне удалось вывести 11 человек. И вот меня, наверное, тоже уже начали подозревать, поэтому меня жестко так приняли, скажем. Я не знал, что делать. И перед выходом на острова я связался со своим куратором с программы «Хочу жить», сказал, что я выхожу в ранее указанное место, и я буду выходить уже вслепую, ну то есть там без рации и так далее. Что, пожалуйста, просил о том, что мне нужно будет подождать. С островов я выбирался около 2 суток. Мой путь был тяжелый, потому что у меня не было сопровождения. Но я знал то место, куда мне нужно идти. Я чудом остался цел, потому что дроны летали. В общем, я не знал, по какому именно маршруту будет безопаснее. Но в итоге мне удалось выйти на спецназ, который меня встретили, и дальше уже вывели на территорию правобережья. И после чего я уже проходил процедуры, которые уже были предназначены по сдаче в плен. Перш ніж перейти до запитань, хотів би окремо подякувати силам спеціальних операцій, тому що саме з спецпризначенцями ССО відпрацьовувалось момент переходу Даніла на український бік, і це окрема важлива спецоперація. В цілому, касательно спецоперації «Барыня», ще пару моментів. Несколько тижнів назад ми, в тому числі і з вами, на прес-конференції обсуждали спецоперацію «Синіця», коли вертольот Ми-8 вместе з пілотом также перешел на сторону Украины. И тогда и генерал Буданов, и другие представители Главного управления разведки анонсировали, озвучили, что уже несколько подобных операций находятся сейчас в работе, и результаты будут. И вот сегодня есть возможность обсудить еще одну успешную спецоперацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, операцию «Барыня». И в данном контексте хочу отдельно обратиться к российским военнослужащим. Украина – это цивилизованное государство, которое придерживается Женевских конвенций, государство демократическое и европейское. Все взятые на себя обязательства Украина исполняет. И это касается, безусловно, и тех людей, которые приняли для себя решение перейти на сторону Украины. И можем тут, Данил позже может рассказать сам, но есть желание остаться в Украине и, более того, продолжить борьбу против путинской агрессии с оружием в руках. Так и те, кто хочет сдаться в плен, хочет пойти на обмен потом, либо не хочет быть обмененными. Это несправедливая война со стороны России, это геноцидная преступная война и военная агрессия со стороны России. И, безусловно, тот, кто хочет сохранить воинскую честь, и просто человеческую честь, и не запятнать себя в крови военными преступлениями, имеет такую альтернативу. Не быть рабом,
не исполнять преступные приказы и либо обратиться к украинским спецслужбам, выйти на проект «Хочу жить» и спасти свою жизнь для будущего, в том числе и своих детей, и даже своей страны. Такие операции будут происходить и далее. И сейчас в работе также есть спецоперации, о которых мы, безусловно, пока говорить не будем. В данном случае Украина и ГУРМО вышли на Данила самостоятельно, то есть если бы в операции «Синица» по-другому сложилось, но вышли на человека, который искал и также был готов к такому взаимодействию. И, безусловно, тут гражданская позиция очень важная составляющая. И да, в том числе выход был через соцсети, которые легально на территории так называемой РФ и государства-агрессора работают. И как мы видим, операция успешна. Это не только Данил, но еще 11 военнослужащих армии РФ, которые спасли свою жизнь. И такие шансы спасти свою жизнь и остаться людьми есть и у других. Поэтому обращаемся, пользуйтесь. Виталий. Да. На примере Данила очень хорошо видно, что он со своей стороны проявил себя очень хорошо и положительно, также смог уговорить своих 11 сослуживцев сдаться в плен, чем и спас им всем жизнь. Подтверждаю еще то, что проект «Хочу жить» — это действительно государственный проект, и все гарантии, которые наш проект демонстрирует на наших ресурсах, абсолютно рабочие, все военнослужащие Российской Федерации, которые не желают воевать против Украины и не желают исполнять преступные приказы путинского режима, могут сохранить себе жизнь. По сути, это один из немногих способов сохранить себе жизнь и потом идти по обмену и вернуться в свою родную страну. Проект работает, и работаем дальше.